И аккуратненько. Твою мать! Ребят, что это за оргии? Капец их тут. Жесть! Всем привет, с вами Авиан. И сегодня поиграем в игру под названием Dead Park 2. И самое интересное, поиграем с читами. И значит, все, начнем. Пожалуй, новую игру. Ну, читы в случае будем использовать. По интересу, как бы, пока тестить я их не буду, потому что с ними связано очень много багов, из-за чего я постоянно, собственно, проваливаюсь под карту. И да, у меня огромные ноги, надо это подкорректировать сейчас. Так, ну, как бы, спасибо прохакеру, или какому-то там, который оставил ссылку на эти самые читы. В общем-то, вроде бы как ноги у меня нормальными стали, я там все подкорректировал, опять провалился под карту. Смотрим, время у нас почти что 5:30. Да, почти что 5:30. Так, получается, это те, кто уже играл, оценивал эту игру. Ну, это и понятно. Они тут всегда будут. Меня в этот список не припишут, так как я вообще ноунейм какой-то. Собственно, сейчас лутаем комнату. Смотрим вообще, что здесь есть. Много всего интересного. Ну, пока на этом не будем останавливаться. Лили Рум. Так, дверь закрыта. Ясненько. Какая-то записка. Чарли, присмотри за Лили. Меня срочно вызвали в госпиталь. Не волнуйся, все будет хорошо. Целую, мама. Ясно. Значит, у нас уже складывается какая-то крупица сюжета. Шкаф зачем-то тут, не знаю. Здесь ни с чем взаимодействовать нельзя. Тут у нас код должен быть. Какой-то, по идее. Так, тут шкафчик еще. Тут пусто. Это что? Это, походу, мы и наша младшая сестра. 12-11-89. Может быть, это пароль? 12-11-89. Да, верно, он подошел. Револьвер. Касцена. Залетает красный шар какой-то. И что с ним делать? Интересная механика. Я теперь понимаю, почему у этой игры очень много фаворитов. Твоя мать больше не вернется. Ха-ха-ха-ха-ха. Смешно, смешно тебе. Так, заходим, значит, сюда. Понятно. Значит, нашу сестру глюкануло, и что-то там случилось. Ладненько, давайте откроем щеколду. В моей комнате ничего не появилось. Все такое жуткое, вот серьезно прям. Ладно, тогда вырубаем эту хрень. Точнее, дотрагиваемся до шарика вновь. Отлично, у нас есть даже оружие. Я уже про него что-то забыл. Здесь у нас Лили спит. Не могу разбудить Лили, держись, я уже иду за помощью. 5 августа. Недавно ходили с мамой и Чарли в парк аттракционов. Видели страшного клоуна. Это был ужас. С тех пор он снится мне каждую ночь. Чарли, он тоже снится. Видимо, какой-то... клоун шизанутый нас преследует. Ладно. Но вы сюда зашли не для того, чтобы смотреть прохождение, а, собственно, сейчас мы дойдем до другой локации, и я завязаю уже тренер. Тут заперто. До поры до времени. Так, где у нас тут... А, я понял. Тут, в общем... Есть...
Ну, в этой комнате, я так вижу, ничего нет, собственно. Ну, она почему-то пустая. Я не могу понять, с чем это связано. Комнаты попросту не существует. Откручиваем. Все, минус решетка у нас. Батя. Дверь кабинет закрыта. Нужно найти другой путь. Заперто. Ясно, понятно. Садимся. Все, мы попали в кабинет отца. Блин, тут еще головоломки эти сраные, ненавижу их. Возвращаемся сюда. Я в нормальном мире. Кабинет отца выглядит у нас, значит, так. Тут опять сейф, головоломки всякие странные. Ненавижу. Сохранимся в случае краша. Вылета, так сказать. Дверь кабинета закрыта. Нужно найти другой путь. Ну, понял, принял. Попробуем, значит, тогда. Чего я так медленно хожу? Давайте попробуем. Сейчас, собственно, таймскейл сделать. Вот таким вот. И такими темпами будем перемещаться сейчас. Ну, это скорость игры, я так понял. Полезная функция. Можно даже в приседе так перемещаться. Мне интересно, что же все-таки находится сверху. Сейчас я вот это все позакрываю. Отлично. И давайте, собственно, взглянем, что там наверху. И вижу все вплоть до второго этажа. Но в кабинете ничего интересного нету. Сейчас вот я даже не знаю, как мне выбираться отсюда. Как говорится, как попал. А, кстати, можно еще с ногами вот такую штучку сделать. Вот. Прикольно, да? Вот это прикольчик. Офигеть, у него ноги громадные. Жесть. Просто жесть. У меня нет слов. Возвращаем, как все было. По дефолту. И проваливаемся вновь. А, нет, я думал, я провалился. Так, попробуем. Все, я на земле. Используем шарик. Ненавижу вот эти вот всякие вращения. Вот и сказочки конец, а кто слушал, молодец. Пароль у нас получается 9156. Возвращаемся в мир иной. И сколько он был? 90... Ой. 9156, да? Все правильно, all right. Забираем документы и ключ. Документы не нужны, я так понял. Но окей. Нужный шарик, чтобы вернуться в реальность. Неправильно. Неправильно. А что ты мне сделаешь? У меня год мод. Пошел в жопу. Все, можем спокойно ходить. Ну, а, кстати, хотите прикольчик, покажу вам один. Так, найдем сейчас функцию одну. Setting Eminence. А, вот это вот, конечно, клоун. Сука, он меня затоптал. Так, еще раз посмотрим катсцену, и мне интересно, какой он будет в катсцене. Капец ты. И чего, бояться должен? Типа, ну, что это за букашка, вот серьезно. Я даже не вижу, где он. Ты где? Букашка, блин. Я боюсь, что не замечу и раздавлю его. А где ты? Интересненько. А, вон, вижу его, вижу. Мне еще интересно очень провести с ним.
Интересно провести с ним эксперимент небольшой. Походу, вот этот настоящий шарик у нас. А где он? Я не вижу. Я его раздавлю сейчас, реально. Мне что-то даже жалко его стало. Ладно, у меня есть телепортер. Он вроде как... Есть. Работает, работает. Я тэпнул вот этого дегенерата. Можно, кстати, его... расклонить. И аккуратненько. Твою мать! Ребят, что это за оргии? Капец, их тут. Жесть. 4 клоуна. Офигеть. Да тут даже не 4, тут целая куча. Капец, только не левый немножко. Ладно, давайте из них сделаем букашек, собственно. Зачем нагружать? Вот, букашечки, приветик. Ну и поудаляем. Поудаляем пару клонов. Все, все клоны удалены. Этот, походу, сломался. Насрем на него. Потому что он нам не нужен. Мне кажется, вот этот шарик. А, нет, шарик. Все, нашел, на кухне был все-таки. Все, сейчас альфа-самец должен покинуть дом, чтобы спасти свою сестру. Ключи у нас есть.